Всем привет, меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, у нас начинается видео вот так вот необычно. Вы видите на моем канале аквариум с золотыми рыбками. Я приготовила для вас, дорогие мои, сюрприз. Сегодня у нас будет ритуал онлайн на исполнение различных желаний. Но прежде я хотела бы вам сказать, что сегодня моему каналу исполнился ровно год. Ровно год назад я открыла этот канал и даже не подозревала, что через год у меня будет такое огромное количество подписчиков. Почти что 95 тысяч у меня сейчас на канале. Но не за горами будет уже, я так подозреваю, что и 100 тысяч. А там и далее будут мои подписчики расти. Для меня очень важно, что вы подписываетесь на мой канал, что вы ставите лайки, что вы пишете отзывы, положительные отзывы. Я благодарна всем вам за то, что вы остаетесь неравнодушны к моему каналу. Даже когда я читаю отзывы не очень приятного характера, поверьте, мне это тоже приятно. Наверное, если бы канал мой был неинтересен, то, наверное, и отзывы были бы минимальное количество, скорее всего, и, возможно, были бы только положительные. Но так как присутствуют и отрицательные, так как люди и отрицательно реагируют, это значит, 100% я свое дело делаю правильно и верно, я на верном пути. Я рада, что смогла помочь многим людям за этот год. Многие обращались ко мне по продаже недвижимости. Очень многим я помогла. И сейчас еще работаю с некоторыми людьми, которые обратились ко мне. И надеюсь, что в ближайшем будущем это все исполнится. Также девочки, которые не могли забеременеть долгое время, помогла некоторым из них. Не говорю, что всем помочь невозможно. Возможно, потому что здесь еще могут быть и какие-то медицинские показатели. Но что касается порченных дел, это я устраняю. И девочки мои дорогие, кто уже ходит беременный, кто уже родил, но это только всего две девочки за этот год, да, которые у меня были на приеме, с кем я проводила чистки. И также я рада, что очень хорошо у меня получается соединять людей. Люди, любовная магия здесь присутствует. Конечно, приворотами я не занимаюсь, порченными делами я не занимаюсь. А вот то, что касается чисток или убрать порчу, устранить какой-то негатив, поставить защиту, это всегда пожалуйста. И это очень благотворно влияет на людей. Люди после долгого одиночества находят свои половинки и живут в счастье и в радости. Я, честно говоря, год назад даже не ожидала, что будет так сильно разрастаться канал и что будет столько подписчиков и столько клиентов. Я, честно говоря, даже не ожидала, что столько работы у меня будет. Вот, просто каждая минута у меня расписана. Порой мне приходится спать по несколько часов в сутки, но, честно говоря, я рада. Я очень рада, что у меня круто повернулась моя жизнь. За этот год не только у вас, дорогие мои друзья, исполнились какие-то желания, а также у меня кардинально поменялась жизнь. Я поменяла место жительства, жила на Северном Кавказе, в прекрасном городе Пятигорске, который я очень-очень люблю. Там остались мои родители, там осталась моя сестра, тети, племянники. Ну, в общем-то, мы перебрались с дочкой в Санкт-Петербург. Вы наверняка следите за развитием моего канала. Санкт-Петербург – прекрасный город. Здесь были мои корни, здесь жили мои дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки. Бабулечка моя живая еще, ей 94 с половиной года. И дай Бог ей здоровья. Я тебя люблю очень сильно, бабуля моя родная. Вот. Но также здесь корни, которые позвали меня. Я знаю, что сейчас, в данный момент, мне здесь нужно быть, необходимо быть. Пока что все карты я раскрывать не буду. Может быть, потом я все вам расскажу.
А сейчас все-таки тот самый долгожданный сюрприз, который я вам приготовила, дорогие мои друзья. Сейчас вы просто хорошо располагаетесь перед экраном, расслабляетесь и смотрите на экран. Вы видите этих прекрасных золотых рыбок. Вы знаете, что золотые рыбки, они исполняют желания. И сейчас мы с вами, дорогие мои друзья, будем исполнять ваши желания. Я по максимуму помогу вам расслабиться, помогу вам сосредоточиться, буду читать заговоры. Вы смотрите на экран, расслабляйтесь. Смотрите на рыбок и представляйте, как ваше желание исполняется. Кто-то хочет забеременеть, обязательно забеременеет после этого сеанса. Кто хочет денег, у того обязательно будут деньги. Кто хочет найти работу, обязательно найдет работу. Кто хочет большой светлой любви, обязательно она будет, причем любовь это будет взаимная, светлая, большая и на долгие-долгие годы. В общем-то, все, что вы хотите, кто-то хочет выиграть в суде, кто-то хочет помириться с родными и близкими, кто-то хочет найти общий язык с окружающими людьми, соседями или, может быть, на работе, все это исполнится. Я очень хочу, искренне желаю, чтобы все ваши желания исполнялись, и сейчас мы с вами приготовимся, и я начну говорить заветные слова. Понедельник со вторником, среда с четвергом, пятница с субботой, воскресенье, венец всякого творенья, творю и сотворяю. В этот день и в этот раз, здесь и сейчас, веленье слова, творенье дела, отступись час сомненья, воцарись час свершенья, воцарись и твори по моему слову, по моему делу. Сколько рыб в океане, столько денег у меня в кармане. На рыбку смотрю, удачу ловлю. Рыбка проплывает, любовь призывает. Рыбка в руки плывет, беременность в скором времени настает. Слово венцом, венец творцом. Сбудься все, что я сказала, слово в слово, дело в дело, час свершенье, венчай мое прощенье, истина. Продолжайте смотреть на рыбок. Если у кого-то закрываются веки, закройте глаза, смотрите сквозь сон, смотрите, как явь, ваши желания уже исполнились. Я люблю вас всех, дорогие мои. Я благодарю вас за то, что вы есть, за то, что вы есть на моем канале, за то, что вы есть у меня. Люблю вас всех. Желаю вам всем добра, счастья, мира, благополучия. Пока-пока.